Государства НАТО пытаются ограничить деятельность России в Арктике. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев сказал, что Россия заинтересована в развитии мирного сотрудничества в этом регионе. Но некоторые государства, прежде всего Североатлантического альянса, включая США, пытаются ограничивать нашу деятельность, наращивая военную активность рядом с российскими границами до санкционного давления. Это создает угрозы нацбезопасности, но Россия будет отстаивать свои позиции в регионе, заявил Дмитрий Медведев. Для этого используются различные международные форматы. Одна из таких наиболее значимых площадок – Арктический совет, где наша страна будет председательствовать с 2021 по 2023 годы. Под эгидой этой организации осуществляются важные проекты в области экологии, экономики, здравоохранения, противодействия изменению климата и других сферах. А еще есть российский проект «Безопасность в Арктике», партнером которого выступает Финляндия. Он направлен на борьбу с распространением опасных инфекций, включая коронавирус.